Долбаные летучки! О, какая жопа. Нет, а что случилось на самом деле? Я что, на мину напоролся? Да сдохни ты! Раз, два, три. Раз, два, три. Как же это обидно. Я напоролся на сраную мину, блин. Вы это понимаете, а на сраную долбаную мину. Блин. Главное еще летуны. Главное еще летуны. Главное еще и летуны. Очень муторная карта. Главное, непонятно, надо ли мне, например, сюда ехать сначала. Или может он круг потом вообще почета там делает. То есть, может, я зря сюда еду, может, потом мы сюда вернемся. Надо ли уничтожать вот этих летунов? Может, это вообще бесполезное занятие, блин. Или, может быть, это правильно, что я беру эту штуку. Так, вот на всякий случай, здесь остаются такие снаряды. 15 снарядов самонаводящихся. Это если вдруг кончится, значит, возвращаться нужно. И еще целая куча самонаводилок. Нет, 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 нет. Да блин! Да ты... Она застряла, вы видели? Полный оборот сделала. Блин! Полный сраный оборот. Да что ж ты будешь делать-то? Ты, блядосина, ты такая, а? Достала уже эта карта, блин! Дурдом, ну застрять на ровном месте! Ты что, издеваешься, что ли? Так, тут сейчас летун будет. Или не будет? Хрен его знает. Будет, не будет, блин. Застрять на ровном месте, мать его, ну дурацкие текстуры, а. Просто застряла и дождалась мину. И главное, я ничего сделать не мог. Я нажимаю вперед, она не едет. Я нажимаю назад, она... То есть, нет, назад я не нажимал, конечно. Может, надо было назад просто сдать. Или я нажимал назад. Да. На тему того, что я за раз пройду всю эту игру. Крайне смелое заявление, я вам скажу. Приятного приземлиться, блин. Ах ты ж, падла такая, ну иди сюда, стой! Стой, гаденыш! Это вам, сударь. Наша вам с кисточкой, блин.
мразь такая. Летает, он стреляет. И главное, ведь они не одноразовые, я хочу сказать, да, обратите внимание. То есть эти мрази, они реально за тобой гоняются. То есть если тебя нечем их убивать, то все. Привет, горячий. Они будут летать над тобой и гадить. Летать и гадить. Офигенно просто, блин. Выдумали. Так, про мину я помню, все нормально. Так, троечку. Здесь ничего не надо. Так, где эта сраная мина? Здесь же была мина. Спокойно, все нормально, живем, жуем. Да, у нас проблемы. Да, Хьюстон у нас серьезнейший, мать его за ногу, проблема, чтобы вот так. Пошел. И вы тоже оба идите нахер. Нет, за ним мы пока не поедем. Сейчас мы спокойно добудем тут все. Ладно, мы тут слегка поиздержались. Вот, так что мы сейчас спокойно возьмем снаряды. Вот что ты застрял, блин! Спокойно возьмем аптечки. Спокойно, не торопясь, поедем, да? Ну, такие мы хорошие, замечательные. Нас никто не атакует, правильно? Правильно, зачем нас атаковать? Мы хорошие. Ну аптечку, что, даже аптечку не дадите? Вот ведь жопная дырка, а. Давай, ждем. А! Да хорош, ну я же не доехал. Ну что, ну... Блин, это последняя миссия, что ли? Это слишком уж... Эй, ну вперед. Алло, ты чё? Какая-то слишком геморройная, блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Я ее изучу досконально. Мне пофиг, сколько это времени займет. Распилю пополам, в конце концов, видео. Слишком длинное получится. Да сломай ты ее уже, блин. Ну куда ты стреляешь-то, алло? Ты что, серьезно? Вау. Ну то есть... Спасибо. Спасибо, чувак. Какая-то от тебя польза.
Это, если что, я специально попытался их вместе собрать. Так, эти снаряды нам да не особо нужны на самом деле. Да, а нет, что-то взял. Может, аптечку? Наверное, аптечку взял. Да. Так, с воротами беда, совсем беда. Беда у нас просто соусем. Без дураков, без шуток, без приколов, без подколов. У нас мы в дерьме, как говорил комиссар Жибер из первых четырех частей такси. Он, по-моему, в четвертый что-то такое говорил, но давай... в пятый, но давайте не будем вспоминать этот высер больного брюка. Давай, чувачок. Давай, давай, давай. Ехали. Одного сбили. Да. Иногда я вообще не понимаю, как это все работает. Хотя кому... Хотя как это? Льстю я сам себе, блин. Я не понимаю. Я вообще не понимаю, как вся эта херня работает. Так, у меня совсем не осталось стрельбы. Я уж боюсь к ней приближаться, вы понимаете это, а? Так, у меня 26... Ой, зачем я вот стрелял, а? У меня 26... Я очень боюсь, сейчас все ворота меня прибьют. Я не ожидал, что этот уровень такой длинный, понимаете? Здесь вроде не так много. Чувак, я тебя умоляю, прекращай! Зачем он это делает, а?
Да ну почему ж ты в нее-то не попадал? Господи! Ну что? Ну как? Ну я еду, стреляю, как из пулемета. Бам-бам-бам, все мимо, блядь. Да какого ж художника потеряла Россия? А ну что это такое, блин? Ну все же, в прошлый раз уже отработали, блин. И все равно, опять все мимо летит. Они не работают, что ли? Опять, и снова. Взорвись ты уже, а! Да взорвись ты, ёлки-палки, ну... Спасибо, блин. Дырка ты жопная, блин. Ну сколько можно? Ну почему? Опять, блин, я стреляю и опять... Не, ну кусты помешали, если только. Пушки Фобос помешали кусты. Ну, допустим, ква. Допустим, пушки Фобос действительно помешали кусты. Так, откуда здесь мина? Так, в топку этот вертолет, там с ним разбери. Хотя нет, знаете, уж выработали, как говорится, так сказать, стратегию. Будем чисто по ней работать. Пока, скотина. Приятного разбиться, блин. Так, здесь у нас осталось 3 по 15, да? То есть 45 зарядов получилось. Стоп! Там желтушный, что ли, летал? Я не обратил внимания сейчас. Ехай! Ехай давай, а! Отступить. Раз, два, три. Раз, два, три. Это мы взяли. Взяли, за засранцем поехали. Все. Берем ракеты. Нет, не берем ракеты. Ха-ха! Ну почему ж он там закрутился? Я еще и тапочку потерял. Кассандра. Нет, мы все-таки там берем ракеты. Поехали опять. Попытка через час, упав 100 раз, блин. Все нормально, чувак, все нормально. Эти пушки не работают, что ли? Вот работают.
Они работают, но какие-то малодальнобойные, да? Ну, неплохо. Ага. То есть, типа, если ты попадаешь, то все не так плохо, да? Нет, кусок летающего говна. Хрен тебе. На нелегкая прогулка. Минка. Здание. Так, там мы мины тратим. Ну, не мины, а эти ракеты. Тратим. К черту. Не будем, так сказать, выпендриваться. Разобрались. Так, здесь у нас еще раз осталась целая куча, в принципе. 10, 15, 45. И вот здесь еще 2. Отлично. Тут полный 45, 60. Ну, почти полный боекомплект. 80 максимум. Здесь, к сожалению, ребят сами себя не разбомбили. Иди, иди. Вот вроде ничего не потратили, да? Знаете, что я думаю? Я сейчас сделаю следующий финт ушами. Сейчас мы вот это разберем. Безобразие. Вот этих вот двоих здесь засранцев. Ты ж, блин, тут же ворота. Вот. Разберем. Съездим вниз. Возьмем патроны. Уж у нас их мало осталось. Подлечимся здесь. Только потом поедем дальше. Но если мы там, конечно, подорвемся, то все это будет, как говорится, окей. Простите. Кое-чем по кое-чему. Летались, блин. Фу, да, как же это все плохо, а как же это все медленно, блин. Какой же это длинный гребаный уровень? Это пипец какой-то. Хочется спросить, разработчики, вы что там курили, блин? Почему одни уровни у вас, блин, быстро проходят, а другие просто хоть вешайся. Так, 58. 73. Давайте заберем, черт с ним. Ну, 80. Полный комплект пусть будет. Серьезно, зачем так? Нафига? Фух.
просто какой-то запредельно гигантский уровень. Сначала сюда полчаса едешь, потом туда полчаса едешь. Ждешь, пока тебе ворота откроют. Тебя еще и воротами может... Тебя может убить воротами, тебя может убить авиацией, тебя может убить минами. Вы че, озверели что ли, блин? Да какой танк это вообще теоретически выдержать может? Полигон для испытаний? Че, с ума что ли сошли, блин? Да ни один танк на такой в принципе не рассчитан. Не может быть рассчитан полигон для испытаний, блин. Стурели вообще что ли? Пускают по одному танку. Разработчики, блин, че курили? Кассандра супертанк, который не держит даже одного попадания, блин. Мины. Не, чувак, я так после тебя. Езжай давай, а! Сынок, блин! Заколебал. Раз, два, три. Какого дьявола, блин? Раз, два, три. Ну, а здесь, конечно же, вдруг ни с того ни с сего, мы убиваем с трех выстрелов. Ну, почему так, а? Ну, вот... Ты вроде все посчитал, все сделал, все правильно. Ну вот взяло и убилось, не как положено, с трех выстрелов. А с гребаных четырех. Ну почему так? Ну, че у нас? Мало что ли ракет, блин? Ракет. У нас ракет хоть жопой жуй, блин. Самый ненужный ресурс, блин, в этой игре. Я даже не знаю, насколько близко этой фигне можно подъезжать, блин. Реально страшно, вот он сейчас отъедет опять, ведь это уже было один раз, блин. Он отъедет и все, и мне хана. Блин, а. Чувак, ну где ты? Полетел куда надо. Вот эти ворота, да? Угу. Чуваки, вы достали здесь летать. Давайте попробуем. Подождите, а я думал, надо взять сначала эту штуку. Оказывается, нет. Я думал, эта технология берется. Вот, оказывается, хрен-то там, блин. Главный вопрос, почему вот это вот не открыть после того, как ты проехал? Ну, а почему бы, собственно, и нет? Вот простой вопрос. У меня осталось 16 выстрелов. Мне сейчас по-хорошему надо возвращаться, потому что, ну, мне защищаться нечем, понимаете? А здесь опять гребаные пушки. Чем именно что опять? Я даже не достреливаю! Почему у них вдруг так увеличивается дальность? Кто мне дураку объяснит? Вот серьезно! Вдруг ни с того ни с сего дальность пушек становится просто запредельной, блин. У меня по 52 снаряда. Что-то я не то посмотрел, посмотрел 16, а мне 52. Не так все плохо. Ждем сейчас мелкого. Сейчас он подъедет и через него будем атаковать. Ну а как по-другому?
по-другому никак. Только ждать его. И опять же, вот куча времени тратится на вот это вот. Ну, блин, ты погибаешь, и опять все по новой. И опять все по новой. Ребят, ну хардкор, хардкор. Блин, легкий что ли взять? Реально. А, легкий уже не сменишь. Уровень. Надо было легкий брать. Ну, кто же знал-то, блин, с другой стороны. Это да. Ну, такие вот игры. Раньше были веселые, детские, незамысловатые, елки-палки. Давай, езжай. Пойдем лечиться, чё. Во-первых, пока чувак приедет, пока проедет, пока то, пока сё. Здесь где-то должна быть аптечка. Нет, кто, я не поеду. Не знаю, не верю я таким. Вот здесь у меня где-то есть, да, моя, нормальная. Откуда она здесь, кстати? И сейчас это мина. Вот это будет... Такой эпик фейл был бы, что просто, как говорится, хоть стой, хоть... Ну, хорош застревать-то, а! Блин, какие существа, блин. Так, у нас там миномет, отлично. Чувак есть. Ну ты чё, сдурел что ли, блин? Чё ты там творишь, блин? Чё он делает, блин? Как это вообще работает? Я не понимаю. Чё, чувак, алё? Ну чё же вперед, свободно. Смотри, сейчас опять. Бумс, опять вот упрется. Ты чего? О-о-о, как всё печально-то, а? А-а-а! Ёлки-палки! Слышь, ты говно минное, блин. Завязывай. Давайте осматривать чё. Выискивать странные места, блин. Вот одно. В смысле? Езжай, езжай. А, спасибо. Одну разминировал. Где еще одна? Вот тут же где-то еще одна висит, зараза. Блин. Ближайшим. Тут еще, говорю, напоследок и мины стоят. Вообще отличная идея. Действительно. Чё бы нет-то, а чё бы мины не поставить? Вот реально так это. Напоследок-то. Ждем мелкого. Сейчас он подъедет, и надо будет с пушками разобраться. В меня упрется? Вроде не должен.
Блин, он сейчас на мини подорвется, да? Сейчас на мини подорвется, к сожалению. И тут еще одна. Прям между ними стоит скотина. Жалко. Еще одного мелкого придется пожертвовать. А с этим лучше разбираться издалека. На самом деле, пусть проедет. Черт с ним. Ждем, ну ждем. Ждем, блин. Черт побери. Фух, я уж весь на нервах просто. Вы не представляете, как я тут сижу, меня колотит, блин. Зажал его. Очередной раз жалею, что камеры нет. Ну где ты, гадина мелкая? Главное, обратите внимание. Летунов-то нету. Вон только вертолет летит какой-то. Кстати, что это? Почему там вертолет? В прошлый раз, да, когда мне стрелять было нечем, сразу прилетели эти засранцы. Я говорю, а сейчас стрелять есть чем? И ни одного, блин, истребитель. Но правда, надо признать, что я их очень активно сбивал. Так что, может быть, дело еще и в этом. О! Я не успел. Танки? Все, ближе не подходим. Да. Ого! А чё так не кисло, ребят? Встречают. Нифига себе. Фух, да, здесь надо будет этим. В смысле? А что, без остановки лететь буду? Да хорош. Они должны без остановки. Ну, в конце концов, патрон-то нету. Совесть-то поимейте, блин. Чувак, ну ты где там, а? То есть, получается, они каждый раз, когда предыдущий погибает, появляется следующий. А в чем суть? То есть я понимаю, что суть как бы проехать. Но он же физически не в состоянии это проехать. Со всеми этими минами. Не, ну ладно, окей. Допустим, теоретически пушки он еще может проскочить как-то. Но как он проскочит эти танки, мины? Ладно, хрен с ним. Ну танки теоретически тоже. Хотя если они тупо встанут у него на дороге, он же просто как бы, ну, начнет крутиться, и они его убьют. Опять же, ну окей, каким-то чудом проскочил пушки. Каким-то чудом проскочил танки. Каким-то... Я про мелкого сейчас. Каким, вон он, каким-то чудом проскочил, я не знаю этого, самолеты. То есть, ну как он проскочит мины? Мины же он никак не проскочит, ведь физически невозможно. То есть он пока будет ехать следующий, меня уж все заминирует. То есть это как бы тут хоть что выдумывай, это факт. И получается, что вот эта вся хрень, она просто непроходима. Ну тут, видимо, подразумевается, что я слегка поднаберу здесь здоровье. Да. Это вражеский... Стоп, про вражеский ремонт что-нибудь сказано?
покинуть арену через телепортер. Ворота откроются только для машин противника. Нет. Как-то не про что тут такое, что телепортер. Что это, трогаем, не трогаем, даже близко ничего нет. То есть через мин он, получается, не пройдет никак. И формально он сюда даже не доедет. Вопрос, тогда какой смысл в этой арене? Какой смысл в этой машине? Она же, ну, блин, я серьезно, я не понимаю. Тогда их надо либо пускать чаще, ну, либо мины делать не такими имбовыми. А он, кстати, не сюда, по-моему. Нет. Вон! Он даже там не проезжает, я хочу сказать. То есть он даже вот это место он проехать не может. Точка. И на что расчет? Да ладно! Стоп! Мин нет. Нет, я предлагаю все-таки это. Нашего друга дождаться. Пусть он вперед проедет. Давайте. Подождем. Он с нами столько страдал. Он нам так помогал, блин. Он такой молодец, блин. Этот маленький, не стреляющий пулеметчик. Обставлять эту хрень бы еще нас стрелял. О, ну нет, это тогда бы был бы. Тогда надо было бы ворот либо пошире делать, либо вторые ворота создавать. Если бы еще эта мелкая в нас хрень стреляла. Надеюсь, это не так. Поменяю-ка я пушку на всякий случай, если что, чтобы по-быстрому его сбрить. Главное, непонятны вот вторые ворота внизу. Почему они не открылись после того, как я все прошел? И нужна ли мне была технология, которая там минами охранялась? Может, она и не нужна была? Хз, хз. Ну, мелкий, где ты? Давай вместе уедем. Специально тебя жду. О, вон, слышу, едет. Собрал даже что-то. Давай, чувак. Ты молодец. Ты красавчик. Ты столько раз пробовал. Ну, или номер какой там. Давай. Красавец. Все. Вот и мы тоже поехали. Ура! Это еще не конец. Блин, хотя да, тут столько места еще осталось. Фу, так, что ж мы получали? Давайте смотреть. Лазерная пушка Гелиос стояла. Огнемет, но здесь ничего. Фобос пушка была. 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 Нет, тут все. Гарпер ракетная установка. Окей, это фигня. Фобос пушка. Нет, тут все то же самое, да? Гарпер ракетная установка. Град. Баллистическая пушка. Есть минная установка. Миномет. Окей, колесная, гусеничная, воздушная подушка. Масса 10, 23, 30. Скорость 120, 180. О, хорошо. Воздушная подушка. Маневр 40, 30, 15. И стоп, воздушная подушка. Броня 33. Колесная 40. 650. А, то есть совсем с броней все плохо, да? Ну, с другой стороны, ладно, фиг с ним, посмотрим. В конце концов, скорость дает очень нехило. Ладно, поглядим. Один черт мины с плэшем сносит. Так что, так сказать, так что фигня это все. Давайте небольшой перекур и продолжим.